здравствуйте, ребята, и всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами опять же NextTV. И сегодня, ребята, со мной... Frost10, да, ребята. Это вообще-то RecTV, но он поменял имя своего канала. Сегодня, ребята, я вам буду показывать, как взломать Roblox. Нет, ребята, я это видео не смотрел. Нет, я это видео, да, смотрел. Сегодня посмотрел, это неправильно, ребята. Я поставлю, я вам покажу видео, откуда можно смотреть и взламывать. Вот, ребята, заходим в обычный Roblox. Заходим вот, вот сюда, нажимаем на Roblox и buy Robux. Заходим сюда, и теперь нет. Как говорят, не нажимают на Coin Builders. Нажимаем bar, buy, купить. Ребята, никто не боимся, с нас никто не возьмет денежки, у нас ничего не уйдет. Берем и делаем вот так, ребята. Берем Roblox Redeem Card, потом берем правой мышью, нажимаем на Continue. Берем и снизу есть посмотреть код. Или нажимаем на Ctrl плюс Shift плюс I. Нажимаем на посмотреть код. И у нас тут выходит вот такое. Нажимаем на это правой мышкой. И тут есть Edit as HTML. Тут у вас выходит вот такое. Это все мы удаляем. И у нас тут есть один сайт. Ребята, я вам в конце видео покажу один видосик, напишите его, и под этим, под тем видео есть то описание. Оттуда вы заходите в посты бин, но ни в коем случае не выходим с Роблокса, а то бывает вот такое. Опять заходим в Roblox, нажимаем на это, нажимаем Redeem Roblox Card и нажимаем на правую мышку и посмотреть на код. И вот это опять же нажимаем Edit as HTML, ребята. Не бойтесь, опять же вам говорю, от нас деньги не уходят, это все стереть. Ребята, опять же я забыл все. Да блин, вот. Ребята, я дойду до того места и включу видео. Я сейчас поставлю видео на паузу. Вот, ребята, я на том месте, где я вам говорил Edit as HTML, нажимаем. И тут вот опять же вот это все удаляем. И нажимаем правой мышью и нажимаем на вставить. И у нас вот тут вставляется вот это. Потом нажимаем... потом это закрываем. И потом у нас тут получается Hack Robux. Нажимаем... И, ребята, нам даются такие робуксы халявные сейчас. У кого, ребята, это не получится, второй я покажу очень быстро. Вот, ребята, видите, очень долго сейчас загружается. Видите, 90... Ребята, это я вам хотел сказать, что я разоблачил того игрока. Это вообще-то этот игрок неправильно говорил, ребята. Этот игрок нам обманывал. Вообще тут взламывается за 1 час. Вот поэтому я вам сейчас покажу нормальный путь. Вот. Я в Ютубе смотрел одного парня. Вот, ребята, пишем, заходим сперва в google.az. Зашли, после того, как мы зашли на сайт, пишем вот тут в середине, как взломать Roblox на Roblox 2018. Заходим на первое видео, как нам говорил Frost10. Вот, теперь, ребята, заходим вот... Вот, как я вам уже сказал, вот это видео. Заходим вот сюда. И вот тут, как вы видите, в пособине, опять же, это все берем. Подождите, в Roblox зайдем. Подождите-ка. Roblox, и вот, buy Robux. Нажимаем, опять же, buy Robux for это. Нажимаем на PayPal. PayPal нажали. Потом нажимаем вот это. Пожалуйста, убавь. Хэби, у меня сейчас видео. Потом... Ребята, да, потом опять же берем и копируем. Хэби, подожди, да?
Берем и копируем. Вот, ребята, это все. И берем копировать. Потом заходим в Roblox. В Roblox открываем, опять же, посмотреть код. Опять же, делаем этот Edit as HTML. Это все мы удаляем. И опять же нажимаем вставить. Ребята, прости, что я так очень быстро говорю просто. Вот, ребята, и нас тут выходит Get Roblox. Нажимаем, ребята, смотрите, сколько. Вот, вы можете увидеть наверху. Надеюсь, увидите, ребята, вот-вот. И, ребята, у меня 1000, у меня 1 миллион робоксов, да, ребята? Вот, ребята, вот так надо взламывать роблокс, да. И потом get to account save, и все, ребята, когда это дойдет до 100, и у нас будет вот столько робоксов. 1485 тысяч. Вот, ребята, я сейчас не буду взламывать, просто мне не нужны роблоксы. И, ребята, давайте будем заканчивать, останавливаю песню. Ребята, с вами был я. Ребята, у нас что-то оборвала связь с Frost 10. И, ребята, с вами был я, NextTV. Поставьте лайк на мой канал, подписывайтесь и ставьте лайк на канал на умершего Frost 10 и подписывайтесь на его канал тоже, он крутой пацан, снимает крутые видео. А с вами был я, NextTV, и всем бай-бай.